вопрос. Если человек говорит, я вот, мне нравятся там три руны, да, какие-нибудь, и я хочу выгравировать себе на руке, сделать татуировку. И вот человек берет и выбивает их себе на руке. Вот. Такие вот какие-то руны. Вот. И вообще, что вы по этому поводу думаете? Вот татуироваться рунами, это как вообще? Я всегда смотрю диагностики. Если ко мне человек приходит и спрашивает, можно ли я такое сделаю? Я обычно отговариваю максимум, что к чему договариваю. То есть, если человек этот не в традиции, не собирается там быть, то ему эти руны будут как... Ну, подействуют они там месяца два-три, может быть, чисто как энергетические знаки, да, без зарядки. Он же не кто для руны, для богов. Конечно. А потом все будет, как у него рисунок, но будет как дурак с этими рунами верить на их силу. Вот, если же человек в традиции, то этот... Не использую сейчас слово рунастав, не люблю, потому что ставы на себя вообще глупо бить, это не нужно, так же, как и рунавязи. Есть древние вот эти вот, по-моему... Две или три, ну вообще вот древние вязи, я рекомендую, если уж прям очень кто-то хочет бить и ассоциирует себя с конкретным, вот я хочу, я что-то вело, ну наведите себе компас, тебе будет этот компас показывать всю жизнь правый путь. Ну, ты веришь, что сих достаточно безопасно бить, или если ты в традиции, опять же, ключевое, если ты в традиции, или тот же, ну, компас это Витвисер, да, или шлем ужаса Агильс Яльмс, самый знаменитый, да? Да, их тоже много вариантов. То есть я на самом деле себе, честно говоря, подумываю делать, мне нравится, но это нужно выбрать место, где ты это будешь бить. То есть кто-то спереди, а у меня интуитивно идет сзади, то есть где-то вот на спине копчика. То есть, потому что обычно падают сзади, когда человек. Ну вот, то есть вот так. Почему нет? Я видел там на плечах. Ну, это скорее. Кто-то молот Тора бьет. Это скорее стилизация. Вот молот Тора, да, это вот какие-то стилизованные Хугин и Муин, Воронов, пожалуйста, Волков, пожалуйста, бейте. Вот, но вопрос, что ты как ты будешь ходить с рисунком всю жизнь, потом у тебя, то есть ты, большинство же людей там по молодости что-то там, вот хочу в эту традицию, сегодня я язычник, завтра там еще кто-нибудь, а потом в середине жизни его отпускают, он забывает про это, и про клятвы богам забывает, и абсолютно, то есть относится к этому так. А купола остаются. Да, а руны-то работают. Да, а руны-то работают. Вот рекомендуется, конечно, ставы вырезать на всяких различных дубовых дощечках, на костях, это вот древние рецепты. Вот. Касаемо, ой, кто-то даже там бьет бант руны Фрей, у каждого бога есть бант руны. Как они выглядят. Пять хейти Одина, написано хейти, это имена Одина, записано на английском языке, например, да? Да. Вот. Ну, такое тоже как-то есть люди, которые там... А потом его в православную церковь причащаться не пускают. Нет, а он не, допустим, человек, который вот думал, что он в традиции, но он убил такой, все, он стал ближе к Одину, ничего подобного. То есть это извините, служить надо. Да. Ну, то есть, тут такие моменты. Этому Богу надо молиться, знаете ли. Ну, словом, молитва, да, в принципе, да, можно употребить. Да. Можно употребить. Молитва у нас называется почитание, да. Почитание. У нас называется не висы, ну, те же самые висы, только сейчас скажу, все уже вылетело из головы. Вот. То есть, да, по-своему молитвы, хейти. Имена богов перечисляешь ты. Потом там же столько Одина, имен тоже не очень много. То есть в разных, потому что если всю сагу перечесть, всю эту, да, то очень много можно ипостасей найти. Также, ну, поменьше, конечно, чем у Иеговы, но тоже много. Он и такой, и справедливый, и вездесущий, и могучий, и так далее, да. Очень много моментов. Поэтому какую ипостась ты обращаешься, такую ипостась Одина ты можешь призвать для своего дела. Это важное. Чтобы знать эти ипостаси, нужно уметь читать скальдическую поэзию. Желательно в оригинале или хотя бы уметь переводить, хоть немножечко владеть вот исландскими там, или шведским, или норвежским древним языками, чтобы суметь это правильно перевести на русский, да? Хотя бы там произведение, окончание,
Потому что современные рунологи многие берут те же песни Одина, да, и переделывают из этой под себя, ну, иногда работает. Меняюсь просто он на она на он, и порой все хорошо. А что вы больше предпочитаете в магической работе, руны или карты Таро? Карты Таро, я же говорю, я использую только как вот медитация, настройка, если мне нужно на себя или на человека проецировать некий архетип, чтобы его настроить на что-то. Если в магической работе, непосредственно в ритуалах, я использую руны, в скандинавах я использую руны исландские, это близко, но это другое. Я использую руны венгерские вставок, то есть я работаю не только со скандинавскими повторками, я использую глифику. Глифы это царя Соломона, Ицхака, Авраама, то есть ваших, да, иудейских царей. Ну, я обращение к Иегове, к Яхве, то есть это были цари, это непосредственно были мастера магии, их признают во всех традициях, от Папуса до и так далее. То есть с ними можно работать архетипично, я просто ставлю этим царям дары. Дары для того, что они придумали эти алфавиты, они придумали эти глифы, они должны быть благодарны. Не богам, не Иегове, не ангелам, а царям. Вот, да. Потому что эти глифы придумали люди, да, поэтому, вот, то есть, есть литература, есть книги. Разную символику, на самом деле, мне именно привлекает графическая магия, что вот можно нарисовать, что можно продумать, как, они же все это переведены, все описано, в гримуарах я тоже копаюсь в различных информациях, очень много новоделов, очень много, это нужно понимать, откуда источники, то есть, если я покупаю книгу, там в конце не указано источник, где она это взяла, все, это новодел, придумал такой же алфавит, это было работать. Нет, тоже надо осторожно, то есть, понимать, какой силой ты, каким алфавитом ты работаешь, да. Я использую различные там веточки, вот 14 чародейских рунорядов Исландии, например, тот же вот Кораблев. Вот так вот ты сделай вот так вот, вот. Сейчас вам покажу веточки. Ты вставы это все сделай и попробуй разбери. То есть каждая там так называемая литера нищего бродяги, да, то есть использовалась в каких-то вот написаниях, в сокрытиях. Это важно, потому что мало рун, иногда нужно что-то законспирировать, и существуют еще литеры, например, дополнительные для усиления руноставов. Это мало кто знает. Это тоже исландика. А вот интересно, как литеры в белорусской мове означают буквы. Ну, то же самое, тут буквы, но это магические буквы. Это для усиления чего-то. Это из древних источников исландских народов сделано. То есть литеры для усиления удачи, литеры для усиления магии, литеры для... То есть ты делаешь став, но чтобы его там, например, усилить, они обращаются к конкретным богам, используя определенные буковки. Да. Ну, это как вот алфавит, есть же много разных, каббалистические, енохианские алфавиты, то же самое. То есть графическую магию, если при грамотном подходе, в одной традиции ее можно совмещать. То есть венгерские руны, они имеют, например, пересечение со скандинавскими. То есть я могу, в принципе, обращение делать к богам, а использовать параллельно рядышком в этом же ставе, например, или... Ну, я стараюсь не завязывать один строй с другим, да, как делают вязи, либо один строй, либо обращаюсь вот к тем силам, там, в принципе, написано, как каждый строй придумал, оттуда история, к тем, кто ее придумал. Вот так, то есть. Я не люблю кашу, что прям совсем смешивают, когда в одном там и Авраам, и Соломон, то есть, если работаешь с конкретным строем, работай с ним, не с ним, надо конечно. Делать, не надо прыгай, все, да, не надо кашу вот варить пить. Из варенья и голубиных, блин, конечно. Яиц. Конечно. Да. Согласен полностью. То есть я, например, не прыгаю с традиции на традицию. Хотя иногда, конечно, бывает, что нужно упихнуть неупихуемое, как говорит один мой маг-чародей. Да, иногда бывает это просто необходимо там, для усиления. Там, делаешь, например, что-то очень большое, коварное и светлое. Ну, как всегда. Вот. И как бы тогда вот для усиления иногда используешь там и то. Вот. Еще вопрос. Давайте. Вот какие-то интересные случаи из жизни, связанные с магией, вот такие конкретные, чтобы наш уважаемый радиослушатель, который сейчас присутствует на волнах радиостанции Сан-Гейтс, он понял, что магия это не игрушки вам какие-то. Я вам сейчас буду рассказывать, сразу меня запишите в какие-нибудь адские, сатанистские вещи. У меня тут уже люди, некоторые боятся шоу-бизнеса из радио, уже напугались. Кто-то слушает очень много сплетен, понимаете, если я
некая девушка, а может быть и пару женщин учили меня основам чернокнижия. Это все я, значит, адская чернокнижница. Работаю с бесами и поклоняюсь по ночам сатане. Вот люди, наверное, а так же. А еще он называл меня земляным червяком, да? А еще летаешь на шабаш, на лысую гору, и не скажу, чем там занимаешься с козлом. Ну, как и все, собственно говоря. То есть это мировоззрение у христиан, даже если человек вышел из христианского мировоззрения, я его называю несколько големическим, потому что мы голем — это спящие человечки, а когда человек их крестит, да, в младенчестве, у него вот родничок, так скажем, закупоривается, это вот очень известный, доказанный уже, так скажем, факт. Просто люди, да, они спят. То, что голем вообще-то, это человечек из глинки. Глина, да. Да, это глиняный человечек, которого лепили, то есть, ну, до сих пор есть эти все формулы и, скажем, как это по-русски, големов таких вот, ну, которые не думают, а думают, что все, Иисус Христос их спасет после смерти. Знаете, у меня был один знакомый хороший, ой, я сейчас вам расскажу, смешную, потешную такую христианскую байку. У меня был такой один знакомый в Америке, в Филадельфии. Он хороший человек, но непробудно пил всегда, вот, на работе пил, и дома пил, вообще всегда пил, вот, и такой вот он, такой... Да, нет, не знаю. То есть все, больше я от него никаких слов не слышал. И вот я ему говорю как-то вот в Пасху. Он позвонил там и говорю: Христос воскрес. Он мне говорит: Иисус Христос назад. Иисус Христос. А еще... У нас другая тема есть. Знаете, как знакомый рассказывал про Христос воскрес. Идет, и в церковь праздник Христос воскрес. Увы, буковка, это, палочка отвисла, упала от света освещения. И получается ХЗ, Христос закрес. И так и пошло. Закрес, да. Ну так ты еще полпятый. Потом у этого же человека, значит, было день рождения, и там так волею судеб получилось, что нечаянно проходил мимо я этого дня рождения, нечаянно, в одной компании мы с ним оказались, и вот он так выпил хорошенько, и что-то вот мы за христианство заговорили там с умными людьми, а он там вот сидел так сбоку и так бурчал: я крестьянин, и за свою крестьянскую веру порву. Вот. После этого человек получил кличку крестьянин. То есть слово Христос. Я, конечно, не хочу богохульствовать. То есть, понимаете... Мы не богохульствуем, мы просто немножечко на темности людей. Да. А если вы уже изучаете эту традицию, то изучите ее до конца, уважаемые там люди, да, кто нас слушает. А потом уже идите, креститесь сознательно, если вы хотите действительно, чтобы ваше бренное тело там, и ваша душа, главное, после смерти была передана. На секундочку, это вот для всех славян говорю, и Иегове — это, на секундочку, еврейский бог, да, то есть, а христианство — придумана религия, которая евреями, умными евреями, придумана для неевреев, поэтому вы подумайте, то есть, когда человек иудеи, не зря они в своем иудаизме, то есть, да, у них Иегова, у них... Христианство — это иудейская секта, давайте это говорить иудейская прямо, секта, конечно, да, прям, это да. Еврейское, скажем, мировоззрение, это еврейское учение о евреях. Только для тех, кого они хотят, так скажем, ну, не поработить, а сделать своими рабами, по сути. Тут даже как бы не то, что поработить, скажем так, я это вижу, вот моя точка зрения на это, то есть оно как было, вот в Иудее как, если ты согрешил, ты должен принести жертву, да, и все, да. И не волнует, сделал одно, принес жертву там... это. Сделал там большой грех, вала принес, да? И люди думали, вот делать плохо или не делать, потому что, а ты не можешь не отчитаться. Если ты не принес жертву, то потом, ну, там есть специальный ритуал жертвоприношения, и вот все потом люди выходят, и каждый говорит: я принес. Если ты вышел и сказал: я не принес, сразу человек падал замертво. То есть Бога нельзя обманывать. Сразу человек падал замертво. Поэтому человек трижды думал, принести ему жертву, то есть, иными словами, делать ему грех или не делать, потому что за каждый грех была жертва. Конкретно и ясно. Вот, поэтому там мало... Я секунду, что у иудаизме было грехов-то, заповедей. Сколько у Моисея? 130, напомни мне, ну не 10. Много. 135, да, по-моему? Там скрижали были огромные. Сколько скрижали? 165 или 135? Много. Нет, точно, скажи, ты как знаток традиции. 165. Нет, подожди. 166.
166 скрижалей, все, 166. Да. А для христиана они сократили до 10, чуть-чуть. Такая лайт-версия такая. Лайт-версия, да, это демо-промо-вариант. Так вот, дело в том, что как бы суть христианства – это вот как бы один инопланетянин умер за всех людей, и теперь он как бы общая бесплатная жертва, и теперь можно в Алане тащить. Вот в чем дело. То есть теперь... Но это сделано, зато прекрасно денег с этого вообще... Ну, типа, можно было теперь в Алане отдавать, можно теперь в церковь принести деньги, десятину, откупиться. А святые отцы, значит, католическая церковь пошли еще дальше, они индульгенции выдавать стали. Ну, это вообще было весело. А в иудаизме сейчас как обстоят дела? С синагогами, честностью, ну, так, отпускание грехов. Ну, даже Иешуа об этом говорил. Ну так Иешуа же, он же вообще был такой парень неспокойный. То есть назвать его агнцем Божьим, это, ну, конечно, это нельзя. То есть он был очень жесткий на самом деле. Ну вот представьте, он приходил в синагогу и говорил великим учителям, там реально серьезные дядьки, и он говорил: вы гробы окрашенные, снаружи все такие гладкие и четкие, а внутри полны нечистоты. Представляете, такое учителю великому сказать, да? Что это? То есть какой он должен был силой обладать? Или другой момент, там, ну, когда он там собирал там целые стадионы, грубо говоря, и кормил там чуть, ну, брал одну рыбу, да, и ломал ее вместе с хлебом, и всем передавал эту еду, ну, то есть материализовывал. Это тоже крутая штука, да. То есть, ладно, там по воде ходили, а как он на рынке начал, ну, вот один человек, там, представьте, что такое иудейский рынок огромный, да, все там золото, с товарами. Человек взял плеть и что-то произошло, и все в ужасе побежали от него. То есть он стал, то есть там, представьте, там войны, да, там, ну, как надо, там же охрана, Римская империя, все, евреи, богатые, бедные, разные, всякие. И вот это вот стадион целый, который торгует вот всем, да, продает и торгует, вдруг резко от какого-то как бы там парня побежал просто в ужасе, все бросили, деньги там свои, копья, и убежали. То есть, а он так хлыстом бил и приговаривал: ах вы, устроили в доме отца моего тут бардак, я вам сейчас дам. То есть какой силой должен был обладать человек, так, то есть какой, что он должен был использовать в технике, чтобы так испугать, какое психотронное оружие он... Ну вот его, наверное, возненавидели иудеи-то по большей части. Ну так он много таких вот делал казусов, то есть он убивал там вообще конкретно, да, то есть и мало того, за ним же все шли, почему там проблема возникла? Он шел, а за ним люди шли, говорили: это царь иудей. Ну, потому что, конечно, люди видят, что он вытворяет, и они фигеют вообще, как бы, да, то есть они понимают, что это непростой пацан, то есть, да, вот, может, и тарелку его видели, ну, непонятно, на чем он там летал, да, то есть, ну, не на метле точно, вот, но он же там вытворял, понимаете, вот, и поэтому, как бы, люди понимали, что здесь что-то не так. Но все равно, понимаете, вера их была маленькая. Почему же его распяли? То есть, все-таки евреи хотели посмотреть, как сын Бога сойдет с креста. То есть, вот в чем тут прикол весь, да? Они шоу хотели, на самом деле. Вот. И как бы еще такой момент. Христос же был очень дерзкий. Как он Пилату заявил, то сказал: я, говорит, его ни в чем не вижу его вины. Его привели и судят. Говорит, Пилат говорит: я не вижу в нем вины, да, отпустите его. Ну, а первосвященник еврей говорит: но мы не можем его отпустить, он смущает народ. Говорит: хорошо, в чем твоя вина? Вот ему там дают бумагу, он посмотрел, говорит: тут написано, что ты говоришь всем, что ты сын Бога и царь Израиля, так улыбнулся. Он говорит: ты сказал. То есть он его так троллит, говорит: ты сказал. То есть, да, вот, и тут уже, конечно, да, тут он сказал: ладно, ребят, умываю руки, типа, ну, не знаю, делайте с ним что хотите. И то он молодец, он пытался два раза его спасти. Первый раз он сказал: смотрите, вот вам Варава, разбойник, убийца и вообще лиходей, то есть, ну, совсем плохой. И вот вам вот ваш бог, да, и пророк, и там... То есть вот его расстали люди, толпа начала орать, распинать. Да, они все хотели посмотреть на чудо. Они думали, что он сейчас сойдет с креста, да. А он по-другому решил. То есть он же, ну, как бы, он же высший, то есть это же, ну, как высшее существо, да, назовем это так, да, там. Ну, говорит, понятно, что дух все равно так или иначе пророк, так же, как и Будда ходил пророчить. Естественно, им было вообще до золотой звезды Давида. Что... Ну, в любом высшем есть все равно тело бренное. То есть они думали, что тело, оно сейчас вознесется. Еще опять чудеса
свои пируэты показывать. А он вот по-другому решил, да, то есть он тихонечко сказал: отец, почему ты оставил меня и умер? Ну, правда, там, да, прогремел там взрыв, там, что-то там, оно, это, затмение случилось, то есть, и все поняли, что они, наверное, немножко попали. И после этого, да, началось, то есть Израиль начал трясти. Но дело не в этом. Ну, касаемо вот то, что он там воскрес, это, знаете, это недоказанный факт до сих пор. Ну, не в этом. Вот если он мог одной рыбы накормить стадион, почему бы ему не воскреснуть? Это же такие вещи элементарные. Вон Сай Баба вообще материализовывал перстни, золотые слитки. А святой Лойола, например, вот у нас в Америке есть университет имени святого Лойолы. Был такой вот недавно, лет 200 назад, такой дядечка Лойола, монах. Он жил в Ватикане прямо. У него была одна маленькая такая особенность, почему его именем университет в Америке назвали, в Чикаго огромный. Понимаете, он летал. То есть, вот, левитация. Да, дословно. То есть чувачок выходил из кельи, раз поднялся, как вертолет, и полетел. Так вот, папа Римский 200 лет назад издал указ, специальный указ о том, чтобы Лойола не летал, потому что монахи, вот молодые, которые только в Ватикан приезжали, они дико шугались, они думали, что бесы какие-то или что. Ну, представьте, мужик летит в рясе там, да, считает себя. То есть он вот так вертикально положил? Летал, он взлетал и полетел такой, да? То есть и летит, улыбается там всем, хай-бай, ну, кого-то. Доказательства этому есть? Есть. Это можно прогуглить. Есть документы, подписанные рукой Папы Римского, о запрещении монаху Лойоле летать, потому как он смущает паству. То есть люди шугаются. Ватикан – это небольшое государство достаточно. А он там политику устраивал. Вполне допустимо, учитывая, что сейчас же есть люди, которые пиросманы, эти, да, возгорают предметы там взглядом. Есть, существует и левитация, и... Конечно. Эти, так эти, если даже обычный монах мог летать, да? А ученики того же Иешуа могли руки возложить на человека и говорили, все, это, здоров, свободен, и демонов выкидывали из тел, вот, и всякие тоже другие чудеса совершали. Да. Угу. Так что же стоило Иешуа там еще одно тело материализовать себе и типа воскреснуть, или просто сделать 3D-проекцию. Ну, то есть у него же там чудес было достаточно на корабле. Поэтому, то есть, ему там что больше. Скажем, это все равно некая магия, все равно может быть какой-то взрыв или сгусток вышел, но это не значит, что вот прям воскрес, тело же, не воскрес, тело же осталось. Душа, она понятно, что она вознеслась. Он же не ожил. Как же, ну, понимаете, дело в том, что на самом деле в Индии такие штуки очень-очень даже работают. То есть есть йоги, которые типа как умер не в такую глубокую... Да, в таком. То есть они так и сидят в глубокой медитации. Как раз такие там через там полгода и открыли глаза, да, пошли помылись, и опять вот они, здравствуйте. То есть почему бы Иешуа не мог такие штуки делать? Я думаю, легко. Мало того, мы ведь не знаем, где он был до 33 лет, извините. А вот в буддийских монастырях в Лхасе конкретно есть описание человека, который приходил и брал такие практики. И было написано, что это совсем не человек вообще. То есть он приходил, он обучался, он показывал свои чудеса. Вот, и он реально жил там по монастырям. То есть почему бы... Если он ходит... И одной рыбой кормит толпу и потом материализует золото, то есть когда ему надо было налоги заплатить, а денег не было. Хотя, заметим, Иуда Искариот тягал огромный сундук золотом, надрывался бедолага, то есть Христос шел, и сзади за ним сундук волочили, полный золотых монет. Но как-то там раз, где-то там этот сундук был, и надо было заплатить, а он же говорил: кесарю, платите налоги. Вот он такой, первый, кто прорекламировал налоговую службу, это был Иешуа. Вот, то есть налоговый сбор. Он сказал, кажется, Петру или Павлу, я не помню, кому-то из апостолов, иди, говорит, возьми там рыбу, говорит, слови, у нее изо рта достанешь монетку золотую, ей заплати. То есть он еще такой из-под выпадверта, да, он мог просто сказать там, найди монетку. Он сказал, нет, вот достань рыбу, а у рыбы изо рта вот достанешь монетку. Типа вот, ну вот так. Поэтому... В принципе, я вполне себе допускаю, что он мог на кресте как бы приснуть, а потом там, через какое-то время выйти из этого состояния и сказать: господа, а вот он я. Вот. Мало, там же были еще более крутые чудеса. Его же когда положили это в пещерку, ну, это как называется, типа как склеп, ну, в скале дырка и камнем огромным привалено. То есть, когда туда люди пришли, что они увидели, да? То есть, когда Мария туда пришла, она увидела двух ангелов, там рядом сидели ангелы и сказали, что ты ищешь здесь. То есть, да, они пришли, его забрали, и все там, да, дали ему какой-то там укол, сделали, и он опять ожил, и все нормально. То есть, понимаете, технологии, то есть, скажем, если с инопланетной точки зрения рассматривать, или, ну, как бы, считать его существом более высшего ранга, плана, почему, он же свою миссию как бы выполнил, почему бы, там,
центральный Брахман не послал бы к нему парочку космонавтов, правда? То есть вполне они могли прийти, ввести ему укольчик, и все, и он опять ожил, и все обалдели. Опять же, он же не так вот в теле ожил, он, написано, в духе явился. То есть они дали какую-то голограмму с корабля, то есть смотрите, я живой, я тут, идите. Все, вот. Но ангелы там, они дорогу шуршали. Вообще, да, то есть пацаны в белых одеяниях с крыльями там выруливали и вправо, и влево, вот, и там целый космодром вообще у них был, на самом деле. Но мы отвлеклись, это мы так, мы конкретно... Это был экскурс конкретно в христианскую мифологию. Сейчас Михаил этого не простит, мы забрали кусок его передачи. Так вот, дело в том, что, ну, христианская магия на самом деле очень сильна, и та магия христианская, которая была тогда, ведь даже в той же Библии. Я бы сказала, это не христианская, это иудейская. Это иудейская магия, да, конечно, потому что воскрешать мертвых. Написано даже, что ученики мертвых воскрешали, бесов изгоняли. То есть, ну, это как бы вообще-то... Ну, скажем... бесов это универсально, так скажем, бесов уже потом придумали. Изначально это были нечистоты, лярвы какие-то, да. Вот, психологические это, болезни, это, да. Называется, скажем, взаимодействовали с потусторонней силой и одержание упирали, они умели это делать. Mm-hmm. Вот. Потом, опять же, исцеление, да, то есть исцеление одержания, потом они же видели там будущее, они же пророчествовали, опять же, гадали, хотя написано, что гадать нельзя, но они, ну, чем пророчество от гадания отличается? Нельзя, есть, да, конечно, нельзя, потому что мы их конкуренты, поэтому да. Нельзя. Помните вообще, когда была такая тема, тем пятидесятницы, когда они были энергией крещены, Дух Святой на каждого сошел, и они все получили дары, вот, дары от Бога. Что такое дары от Бога? Пророчествование, понимание разных языков. То есть они могли идти куда угодно, проповедовать, сразу понимали язык. То есть они становились там пророками, ну, грубо говоря, экстрасенсами, колдунами. То есть они получили все эти дары. И они могли вот без всяких карт, без всяких предметов, то есть они уже как бы им ДНК изменили практически, если так можно сказать. Их сделали чуть-чуть, совсем немножко не людьми, скажем, да? То есть они стали крутыми, и они крутыми оставались до последних дней. Они знали, когда они умрут, они знали, куда им идти. То есть их просто... Так скажем, тоже духами. Вместо души, да, человеческой поселился какой-то дух, который на планету, может быть, разум. Да? Да, например, светлый дух, да. Ну, потому что написано... Крещение... Наоборот. Нет, ну, дело в том, что там, там же нет, ну, Яхва же воевал с темными духами. То есть в день Пятидесятницы темный не мог прийти. Не, ну это естественно, конечно, да. Там было обращение к конкретному источнику света. Вот, и иными словами, то есть магия реальна. И христианская магия, она тоже реальна, даже до сих пор. Посмотрите, вот в церквях мощи лежат. Ничего себе, в церковь заходишь, а там труп. Конечно. Да. Конечно. Что ты как не некром... Ну это поклонение, каннибализм, по сути, да. Каннибализм, они же не едят этот труп. Просто вот едят... Труп святого какого-то, да, он лежит в церкви. Запакованный труп, ну извините, это некромантика, да? Если... Некромантика, да, целуют трупы. Ну а таким образом они через эти трупы, через этих святых, они энергию этих людей забирают в христианский эгрегор. Все почему-то сделано. Ну, свечечки за упокой души, свечечки за здравие. А попробуйте-ка перепутать. Ну, ведьмы этим и занимаются, в принципе. А, да, специально. Да. А потом, а святая водичка под куполом. Ну, это же тоже, ведь купол, это же суть пирамиды, это же энергосбор. Конечно же, да? Святая водичка. И много, а иконочки, да, а крещение за денежку. Чем не ритуал, правильно? А пояс, оберег, а сорока уст, извините. Вот. А всевозможные... Да, а всевозможные... Сорока уст. Сори. Всевозможные вот такие заклинания и молитвы, и вот, ну, это просто вообще, просто какой-то этот Хогвартс какой-то, ну, школа Гарри Поттера конкретно, да? Ну, например, те же проклятия неверных по пятницам в церквях, то есть те, кто не христиане, да, там такие речи вы почитайте, Псалом, по-моему, 123, что ли, что-то такое. По пятницам, которые читают в христианской церкви. Иными словами, то есть христианская магия, она сильна
и действенно. То есть, и не надо забывать о том, что все это работает. Когда люди говорят, о, мы не верим там, да, в христианскую магию, мы не верим в церкви, очень зря. То есть... Ну, особенно нет. Ну, особенно те, кто делает, потому что те, кто в это верит и туда ходит, просто нужно самим тогда уже использовать эту магию, а не быть рабом церкви. Вот. То есть, надо же самим использовать, если у тебя есть способности, конечно. А знать Бога живого. Вот. Ну, для этого креститься не обязательно, я вам скажу, чтобы использовать это вот на будущее. Те, кто хочет работать с двумя энергиями христианской магии, темной и светлой стороной, да, уравновешивать этот мир через ХЭ, христианский эгрегор, вам, ребят, не обязательно совершенно креститься. И даже вам достаточно, даже клятвы, мне кажется, не обязательно давать. То есть там идет такое взаимодействие. Если ты с этим Богом, он, естественно, тебе помогает. Если ты не с ним, он, то значит ты с другим Богом. Либо ты вообще вне Бога, да, то есть так. То есть тут идет, насколько ты дашь, настолько ты и получишь. Это везде так. Да, но просто дело в том, что люди очень часто путают понятие вера и религия. Вера в Бога – это одно, да, есть прекрасные, замечательные святые люди, которые верят в торжество справедливости, верят в Бога, как в центрального брахмана, творца, который все створил, и они ему поклоняются. А есть люди, которые идут именно в церковь, как в религию, и поклоняются именно вот этим стенам, иконам, то есть как бы… То есть надо различать религию, ну, конечно, и веру в Бога. Будет, да. Сходил в церковь, вроде как облегчился, а вот так вот нельзя просто обратиться дома, например, да, или... Ну, вот. Понимаете... Потом грехи – это все искусственное понятие, опять же, чтобы... Ну, грехи – это не то, что искусственное понятие. Скажем, просто понятие греха, оно само по себе весьма обтекаемое. И да. Тут, понимаете, кто может сказать, что есть грех? Даже тот же Иешуа сказал, кто сам без греха, пускай первый бросит в нее камень, да? Конечно. Вот, то есть, тут такое понятие. То есть, он же не призывал строить церковь в честь него, опять же. И он никогда не называл себя Господом Богом, заметим. Он, мало того, он всегда говорил, да, я отец одно, но отец выше меня, поклоняйтесь только отцу моему. То есть вот это он... Он называл себя сыном, так скажем, что он его почитает, а не сыном в прямом смысле. Конечно. Никогда не говорил, я Господь Бог, поклоняйтесь мне. Потому что он же сказал, когда его дьявол искушал, ну, мы берем христианскую традицию, да, в искушении, он же сказал, что неужели ты думаешь, что я сейчас не могу позвать сюда достаточно легионов ангелов и тут разорвать, да, всех. Но зачем мне это надо? Я же сюда пришел по другому поводу, и я должен это сделать. То есть, типа, не моя воля, воля отца моего. То есть, если бы он был сам Богом, получается, тогда это что, у него паранойя или раздвоение личности. То есть, конечно, понятно, что Бог – это Бог, а сын Бога, ну, как бы, работник Бога, помощник Бога. Теле, да. То есть, он в человеческом теле, и это не сам есть как Бог, вот как я это понимаю. То есть, допустим, мои христианские друзья, которые почитают Христа за самого Господа Бога, за верховную личность, но я почитаю его как великого пророка, как очень серьезного мага, волшебника, конечно, и человека, точнее, не человека, I'm sorry, совсем не человека, а существа намного высшего порядка, который однозначно выполнил свою миссию, но он никогда, извините, не говорил, поклоняйтесь мне, стройте храмы в мою честь, воспевайте меня и пойте мне сам. Он говорил, не мне, но отцу моему воздавайте хвалу, ибо отец выше меня, ничего не делаю, пока не увижу творящим отца моего. Ну, что еще может быть конкретнее, а? То есть, ну... Это религия, понимаете? А религия – это опиум для народа. Религия – это самый выгодный бизнес, 600% с одного вложенного рубля. Поэтому, ну что, мы тут о религии сейчас не говорим, мы говорим сейчас о силе. Точнее, говорили, потому что наша программа неизменно уже подошла к концу. Володя задал вопрос и сам на него ответил. Зато как интересно. Нет, ну почему? Почему? С редкой... Про магические случаи мы, видимо, расскажем завтра. Да. У нас отвечу на эфир. Уже, я думаю, я не знаю, с тобой ли он будет, либо он будет с Майклом, с Михаилом. Разберемся. Будет день, будет пища. Да, я думаю так. И уже поговорим непосредственно о техниках, о практиках. И про кладбище, потому что про кладбище это жестко. Это да. Такие вещи я, в принципе, не очень хотела бы, на самом деле, рассказывать в эфире, потому что это всегда... То есть, если вещи касаемы с клиентами, да, там, могу рассказать истории людей, которым я помогла, да, касаемо вот непосредственно вот моей личной работы с силой, ну, это не эфирная тема, на самом деле, это тема частных вебинаров. Что ж хочу сказать, что наш неизменно прямой эфир потихонечку подходит к концу. Телефон прямого эфира 847-226-9956. Если кому-то нужна помощь от ведьмы, рунолога, таролога,
Underground. Если у меня есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, там звоните, мы однозначно и передадим все это дело, и вас свяжем, и вы сможете сконтактироваться с этим замечательным человеком и поработать и решить те или иные проблемы. Вот. До свидания, до новых встреч, до завтра. С вами была радиостанция «Сангейт», Ангелина Грант. Я ваш покорный слуга Владимир Гершанов. Передача «Терра Инкогнита». До свидания, до новых встреч.